Это был очень интересный и полезный форум. Было здорово встретить много коллег, много врачей-специалистов, которые, без которых разработка искусственного интеллекта в медицине в принципе невозможна без их компетенции, без их знаний. На мой взгляд, это очень здорово, то, что подобные инициативы исходят в том числе от медицинских учреждений, таких как Центр Петрова. И мы бы очень были бы рады поучаствовать в каких-то в деятельности по разработке и правовой базы, и технологической, для того, чтобы в нашей стране можно было развивать искусственный интеллект в медицине силами не только отдельных компаний, корпораций, стартапов, но и на государственном уровне. Технологии, которые, на мой взгляд, могут сделать прорыв в медицине, это, конечно же, во-первых, искусственный интеллект, за счет его способности обрабатывать огромные объемы данных и выявлять неизвестные доселе закономерности, например. А также технологии интернет-вещей, которые позволят инкорпорировать в анализ не только медицинские данные, не только данные лабораторных исследований, но и информацию о образе жизни человека, о его социальной среде. И это, конечно же, вместе дает, конечно, синергический эффект, который, я думаю, принесет огромные плоды в здравоохранении.